Автомобиль въехал в людей перед входом в начальную школу в китайском городе Чанде. Есть много пострадавших, сообщает центральное телевидение Китая. Известно, что водителя внедорожника задержали на месте родители учеников и сотрудники школьной охраны. Сейчас подозреваемый находится в полиции, мотивы его поступка устанавливаются. Напомню, неделю назад автомобиль также въехал в толпу людей в городе Чжухай, китайской провинции Гуандун. Тогда погибли 35 человек.